На месте захоронения, найденного в центре Бреста, появится зеленая зона и обновленный мемориальный знак. С вопросами увековечения памяти и благоустройства сегодня звонили на горячую линию в Брестский горисполком. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в январе, когда начали строить элитный квартал. Останки нашли уже более 1000, пролежали в земле почти 80 лет, принадлежат узникам Брестского гетто. Лагерь для мирных жителей занимал центр города, потому где точно находится могила, никто не знал. Поднятые останки перезахоронят, но что будет на месте, возле которого запланированы жилые дома, волнует многих. Окончательное решение принято, в том числе учтено мнение представителей еврейской общины. На месте захоронения будет зеленая зона, и никакой фундамент на месте бывшего захоронения находиться не будет. Никаких парковочных мест, никаких площадок, никаких там производственных помещений быть даже близко там не может. Мы сделаем все возможное и находимся в тесном контакте с нашей еврейской общиной, чтобы все это сделать гуманно. Не только вопросы памяти, но будущего Бреста, благоустройства, озеленения микрорайонов, работа транспорта. Зима оголила и проблемы дорог. Много звонков по асфальтированию улиц. Еще одна важная для Бреста тема – празднование тысячелетия. Всего же на прямую линию поступило 26 вопросов.